Прием через спину, разворот, разворот, вышли. Через спину. Давай слева пытаемся выходить. А куда раньше времени двигаешься? Оцени, жди. У нас иногда при угловых вообще дистанции нет. Да, один шаг. Можно. Здесь не трогайте ничего, туда подходит, а потом на каждую нет. Выходим за линию, заходим за линию полностью. Два касания. Два касания. Правой здесь вышли, левой, правой, левой. Сильнее толкай. Ян, какая рука у меня будет? Подожди. Потеря. Смотрим. Чуть-чуть поднимаем. Партнера пусть до середины дойдет. Раз, два. Голова. Контроль мяча, голова вверху. Взгляд вниз, сразу подняли. Периферическим уже тоже смотрим, куда идем. Серию. 5 ударов. Потом набрасываем, стараемся вверх его, сидя, подбить. Уже не... четко лбом, а чуть-чуть повыше. Отвечаю, мяч сюда разворачивает. От спины работа идет. Рассчитывайте удар, а то нас мяч тогда. Меняем. Руки подними, а то не... Все, паразу. От каждого. Лена. Пошли вверх. Вот от головой, от спины и головой. Сейчас головой вверх подбиваем. Пошли. За весушки не бросайте эти, под них не подстраиваются люди. Пусть она сама. Еще назад не больше. Яна, Валерия, хорошо. Еще больше. Ян, бросай вот сюда вот. Вот, вот. Поменялись? Стоп! Угол падения равен углу отражения. Куда вы наклонные такие? Чуть-чуть. Очень острые углы у вас отскока. А если не подаст, или чего? Бьем, не подставляем. И направить. Вот, здорово, под ножку попадаешь. Здорово. Извиняюсь. Даем меня. Она надо мячи, да, вернуть? Хорошо, пошли. Вторая. Еще головой надо. Хорош, вот он лежит и прикладывайся, умничка. Ножка на тумашке. Хорош. А это, конец, не маши. Вот гасим, гасим старых. Да. Тут идет борьба за выживание. Уже бензодин. А опять со спины выйдет, залет. Не-не, успею. Да, вот, молодец. Там нормально побудет? Да. Так хотелось. И поздравление тебя.
Есть такой узел мотора, у нас просто понимаешь, там же ты делаешь. Так. И здесь у тебя обычно, но здесь у нас отчетки. Набежишь, тебя раз, два, на эти внимание. Да она, если что, камера направлена не на меня. Ага. Кривоглазка. Теперь вот так. Лазаречек. Спасибо. Она вообще обалдела. Скажи, пожалуйста. Для мамы. Фотка для мамы. Конечно. Пятка победителя.